О Дне Победы отец мечтал задолго до его наступления. В семейном архиве до сих пор хранятся старые фронтовые фотографии и почти истлевшие папины письма. Мои дорогие Маруся, Майя и Игорь, чувствуется приближение окончательного разгрома немецких захватчиков. Это будет исторический день. День счастья и слез. Попавшим в боях, по убитым и замученным нашим отцам, матерям, сестрам, братьям и детям. День нашей мести. Суд идет, да не бандитов сочтены, и весь наш советский народ, и все прогрессивное человечество ждет голос из Москвы. Всем нам близкий и знакомый голос Левитана. Он провозгласит и объявит по всем нашим необъятным уголкам большую родину о конце войны, о мире. Это известие мгновенно облетит всю страну. Люди обнимут друг друга, слезы радости появятся на глазах. Я для вас написал маленькое свое произведение, вроде детского. Я очень сильно скучаю по вам. Прилагаю все свои силы, чтобы поскорее добить фашистского зверя и вернуться к вам, чтобы вновь создать нашу счастливую семейную жизнь. У меня все хорошо, здоровье нормальное, начинаются осенние дни, в горах уже холодновато становится. Целую крепко Майю, Игоря и тебя. Будьте здоровы! Ваш Федя.